Алекс, скажи, баба? Баба. Деда? Деда. Привет. Привет. Скажи, я вас люблю. Я вас люблю. Такой взгляд. Алекс, посмотри на меня. Эй. Поцелуй бабе, пошли. Иди, а деду пошли поцелуй. Алекс, а ты можешь им песню спеть? Can you sing a song to Baba and Dada? Ха? Браво! Спел песню шепотом. Шепотом, но спел. Ладно, говори. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Молодец. Молодец, Алекс. Это он так красиво разрисовал свою кровать маркером. Итак, всем привет. Всем доброго времени суток. Я сейчас хотела показать продукты, которые мой муж привез с Sam's Club. Его отправила. Ну, нет, точнее, не отправила. Он был в Сифолсе и... попросила заехать в Sam's Club и купить некоторые продукты. Так, мы... ну, начнем сразу. Animal Crackers. Это детские печеньки для Алекса я покупаю. Я их все равно покупаю, и поэтому они у меня... Я их раскладываю по... либо по пакетикам, либо я ему как бы снеки складываю. Я его иногда... иногда вожу в садик в Sioux Falls, когда куда-то езжу, что-то делаю, и... вот я ему это в снэк даю. Так, сколько это стоит? Я куда-то записала. Вижу, вот 5,98 цена. Яблоки 5,98. Сколько тут? 5 паундов. Картошка 5,33. Золотая. Да, золотая премиум. Премиум написано. Хорошая типа картошка. Ну, обычная картошка. А, нет, это золотистая. Это не простая, которая... которая как разваривается. Это... наверное, новый урожай. Вот 5,33 стоит за 10 паундов, 4,54 килограмма. 4 килограмма, 500 грамм. 540 грамм. Говядина, фарш 17,88. Он уже разложенный. Каждая вот эта вот упаковка 1 паунд. Я, кстати, такой раньше не видела. Он говорит, что он был дешевле, чем другой, который раскладывать надо. Ну... ой, блин. 6 паундов, я так полагаю, раз каждая по паунду разложена. 80% мяса и 20% жира. Это Members Mark, это бренд Sam's Club. Ну, может быть, кто-то уже знает, но я повторюсь. Далее виноград. 5,62 за 3 паунда. 1 килограмм, 360 грамм. Молоко. Это цельное молоко и 1 галлон. Забыла записать, сколько молоко стоит, но оно вот цельное, оно, по-моему, около $2 стоит, а это что-то $1.50 однопроцентное. Оно, видите, сегодня у нас какое число? Сегодня 22 октября. Ой. Дата до 9 ноября аж, поэтому мы сразу закупаемся 3 штуки. Стоит долго. Потом... вот эта штука, это для швабры, так называемой. Вот это вот, я даже не знаю, как это назвать, липучки такие. Такие, как губки налипают, и ими моешь. А еще тут, по-моему, есть, да, там еще жидкость, которая туда вставляется. Вон она, эта швабра, по-моему, показана. Вон она, ага. Не знаю, где жидкость с другой стороны. А вот она, жидкость вот в таких бутылках. Просто потом берешь и выбрасываешь. А дальше биф. Это говяжьи палочки. Ой, честно сказать, не знаю, зачем он это купил. 12,98. Я говяжьи не люблю. Я люблю из индейки. Они, не знаю, мне кажется, вот эти вот одинаковые калории, одинаковое все. Но мне кажется, они слишком жирные. Но я не могу их есть.
Я ему сказала уже, что... Он говорит, ну ладно, я сам буду есть. Ну вот, он тогда... Может быть, Алексу понравится, я не знаю, сколько калорий на одну палочку. На одну палочку? А, ну да, вообще-то, одна палочка 110 калорий. И от жира 80. То есть, из индейки, которая... Она всего 70 калорий в общей сложности, одна палочка. Хлеб, что-то записала куда-то, $2.68. Ой, я такой обожаю. У нас, кстати, в Хайви вот именно вот такой вот один в один хлеб стоит $5. То есть вот такая вот булка хлеба в Хайви стоит $5. В Sam's Club 2.68. Алекс стыкал ручкой, засранец. Надо... Я вот эти вот упаковку большую покупаю, 15.06 за... Сколько? 6.91. 6.91 паунд. Ну, в килограммы, кому-то, если интересно, переведите. 15.06, я это складываю, по-моему, по 4 штучки или по 3 штучки в один пакетик. Я их в пакетике раскладываю и замораживаю. Получается дешевле. А вот я в огурцы не просила купить, он купил огурцов 3.98. У нас обычно вот такой один огурец стоит $2. Абсолютно безвкусный. Вкус травы у него. Ну, куда деваться? Мы своего огорода у нас, как у родителей, нет. И поэтому нам приходится траву есть безвкусную. Бананы. Ой, я тут написала. Вот, $1.37. Молоко. А, и еще он купил полотенце. Полотенце бумажное. Вот такое упаковище. По-другому не назовешь. Сколько тут штук? 15. 15 роллов. 15 упаковок. 15 этих полотенцев, рулонов. Во. И стоит это $18.24. Мы раньше покупали бренд Bounty, а я его заставила, я говорю, купи Members Mark. Зачем нам Bounty? Он, Bounty стоит дороже, во-первых. Во-вторых, за меньше. Ну, может быть, качество у них чуть-чуть похуже у конкретно у Members Mark, но бумажное полотенце, оно и в Африке бумажное полотенце. Какая разница? Ну вот все наши продукты. Все, что я хотела показать. Ой, забыла. Смотрите, орехи он купил опять же себе. Как я не люблю эти орехи. Вот, ну, у них какой-то интересный вкус. Туда что-то добавляют, всякие приправы разные, соли. Мне из всех этих орехов, я что ем? Какие тут кешью, я терпеть не могу. Я ем миндалины. Ну и все, в принципе. Вот это, наверное, бразильский орех, или как он называется. Вот это фисташки. Все, я вот эти вот только ем. У меня Алекс любит, ну и муж, естественно. Они любят эти орехи. Я только миндалины, если когда-никогда поем. Алексу, опять же, в снэк складываю. У нас, кстати, интересно, у многих детей аллергия на орехи. Это не интересно, конечно, но я думаю, что это из-за того, что американцы едят очень много орехового масла. О, собака наша соседская вышла на прогулку. У нас, кстати, погода классная сегодня. Сегодня тепло очень и солнечно. У них собака какая-то дикошарая. Они ее на улицу только пописать выпускают. Я думаю, зачем собаке целый день дома сидеть? Ну ладно, не моя собака, не мои проблемы. Покажи немножко наших соседей. У нас в огороде бардак. Надо прибираться. Деревья такие красивые вообще. Обалденные. У нас соседи тоже делают забор. Вот наш сосед, вот этот, который выезжает на своем пикапе, он стоматолог по образованию. Он раньше в этом служил, в армии служил, а потом стоматологом. На стоматолога выучился с компанией Лоус. Я стою, рассказываю про соседей. Рассмеялась, вспомнила свою соседку, которая стояла, с забора выглядывала и смотрела. Она встанет и смотрит, что же происходит. Я себя так чувствую сейчас. Думаю, боже мой, до чего я докатилась? Стою, соседей обсуждаю. Скажи пока-пока, баба. Пока-пока, папа. Пока-пока, деда. Пока-пока, деда. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Посмотри на меня. Спокойной. Спокойной. Ночи. Ночи. Давай. Поцелуй сделай. Поцелуй.